Всем привет! Сегодня у нас интересная тема, а именно, как обновить футболку. Расскажем немного о наших термонаклейках. В нашем магазине большое разнообразие турецких наклеек. Их можно использовать как на обычную футболку, так и на спортивный костюм из футера. Итак, начинаем. Положите термотрансфер клеевой основы к ткани. Хорошо прогретым утюгом и обязательно без пара сильно давить на наклейку в течение 20-30 секунд. После утюга дайте наклейке немного остыть, примерно 10-15 секунд, и затем потяните за пленку. Если при отклеивании пленки термотрансфер будет отходить в некоторых местах, придавите еще раз там горячим утюгом. Если аккуратно выполнить все условия, то наклейка полностью отпечатается на вашем материале. А мы решили обновить нашу футболку еще и со спины и наклеили такие крылья. Размеры наклеек в нашем магазине совершенно разные, так что вы тоже можете комбинировать их между собой. И немного слов по уходу таких изделий. Изделия с термотрансферной наклейкой рекомендуется стирать при температуре до 40 градусов. И гладить изображение нельзя, изделие утюжить необходимо с изнанки. Вот так за 5 минут вы получаете обновленную и уникальную футболку. И небольшой лайфхак, вы можете использовать наклейку для закрытия дырочки или небольшого дефекта на ткани. Если вам было интересно, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.